Этот хрустальный мяч уже один раз доставался анапской команде. На серебряном основании кубка за десятилетие множество свидетельств о победах. Выиграть такой кубок – огромная честь. Значит, не зря мы чествовали команду в день ее создания. Помните, болельщикам команда обещала оправдать наше доверие. О чем же думает сегодня капитан команды? Самое главное, у нас дружная команда, дружный коллектив. Мы к этой победе шли, и нам эта победа далась очень тяжело, потому что после первого тайма мы проиграли 0-1, и в перерыве мы решили, что надо нам выиграть, потому что сколько болельщиков приехало, поддержать мы не могли их огорчить. Вышли, сыграли в свой футбол спокойно, выиграли 3-1, мы очень рады. Мы играем в субботу 29 числа в 17:30, и мы хотим видеть наших болельщиков, чтобы они нас поддерживали, а мы радовали нас своей красивой игрой, и чтобы они знали, вот победа в кубковой встрече, уже это произошло, и теперь наш чемпионат, и я прошу их нас тоже поддержать, как было это в субботной игре.